В Ядрине построят новые очистные сооружения и рекультивируют мусорную свалку, которой уже больше 40 лет. Решение этих вопросов местные ждут уже не одно десятилетие. Нечистоты стекают в реки Сура и Волга, отравляют прилегающие земли. Экологи заявляют, катастрофа неизбежна. Этот полигон в 2012 году официально закрыли. Мусор сваливать было попросту негде. Рекультивации пришлось ждать 10 лет. Теперь разработана проектно-сметная документация. До начала активной фазы работ свалку законсервируют по федеральной программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Обойдется это в 36 миллионов рублей. На следующий год уже на этом месте будет красивый курган. Это будет и красиво, и чисто, и самое главное, безопасно. Другая главная экологическая проблема – это очистные. К сожалению, тоже это связано с тем, что действующие очистные, они исторически являются недостроенным объектом и, очевидно, не выполняют функции очистки, нормальной очистки стоков, ну и от чего страдает река Сура, дальше уже Волга. У нас на сегодняшний день уже активно реализовываются мероприятия по проектированию нового объекта очистных. И на следующий год уже запланирование денежных средств на то, чтобы построить очистные, новые очистные. Очистные в Ядрине построят по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Синхронизация региональных и федеральных программ дает ощутимый эффект в развитии региона в целом. Сейчас таким образом в Ядрине капитально ремонтируют самую большую школу в районе. Износ здания был более 50%. Обновляют кровлю, фасад, меняют водопровод, канализацию, систему электроснабжения и пожарной сигнализации. Одновременно в рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» капитально ремонтируют спортивный зал. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.